Площадкой для проведения акции республиканского масштаба под названием «Дорога в ад» стал Брестский государственный медицинский колледж. Именно здесь развернулась целая кампания против наркотиков. Свое категорическое «нет» и губительному явлению высказывали учащиеся учебного заведения, а также активисты Белорусского республиканского союза молодежи. Мы пропагандируем здоровый образ жизни, мы, так скажем, предупреждаем людей, чтобы они не связывались с этой пагубной, даже, я бы сказал, смертельной привычкой. Если говорить о проблеме вслух, то проблема решается. И если это массово, то каждый это понимает, каждый это осознает и в следующий раз будет думать, а надо ли это мне. Несмотря на незатейливый и простой характер акции, она вызвала интерес у молодежи. Волонтеры раздавали буклеты и брошюры с информацией о вреде наркотиков учащимся колледжам, после чего молодым людям нужно было написать свое имя на ярких стикерах и наклеить их на мотивирующий баннер, таким образом оставив свой след в жизни без наркотиков. Как и всегда, мы проводим активно такого рода акции, мероприятия. И как будущие медицинские работники, мы всегда, у нас один и тот же девиз: мы против наркотиков, мы против курения, мы против алкоголизма. Подобные антинаркотические мотивационные кампании в учебных заведениях проводятся регулярно. Они призваны способствовать формированию необходимых знаний и поддерживать здоровый образ жизни учащейся молодежи.